честно, крайне переживаю, что сейчас будет, потому что сказали, что первые были детские развлечения, а это уже для взрослых. Вот. Я бы очень хотел, чтобы наш енот сегодня вместе со мной прокатился, но говорят, что он не влазит по своим габаритам. Василий, идите сюда! Туда? Я не помещусь! Мне кажется, он хочет занять лошадку. Я не помещусь, я сюда! Я на карусельку! Так. Как пройти это еноту? Давайте уже начнем, да, чтобы попробовать, что это такое. Куда? В этом парке развлечений, где есть развлечения не только для детей. Я тоже хочу на аттракцион. Вот одно из взрослых развлечений мы сейчас и попробуем. Опустите меня. Если честно, в 6:30 утра, это сложно. Пустите енотика. Просто даже представить, что тебя сейчас будут испытывать на такие штуки. Но, наверное, когда космонавты просыпаются, у них нет другого выхода. Им приходится все-таки испытывать определенные перегрузки. Здесь тоже будет интересно. Так, сейчас я на коня усядусь, подождите. Опа! Ребята, хорошо, что я не завтракал, я вам честно скажу, потому что это просто жесть! Вау! Поехали! Поехали! Енот на коне! Если вы хотите оставить ведущего до конца программы в здравом состоянии, серьезно, давайте остановим эту машину! Да, здесь действительно очень интересно и здорово. Мы скоро вам расскажем адрес, где мы находимся, чтобы вы знали, где можно провести отлично не только выходные, но и будни. Скоро ведь праздники, длинные выходные. Можно здесь кататься хоть целыми днями. Это очень серьезные перегрузки для такого времени. Я правду вам скажу. Если у вас проблемы с вестибулярным аппаратом, лучше, конечно, этим аттракционом не пользоваться. Но если вы любите острые ощущения, то непременно надо попробовать. Я уверен, что и взрослым людям это, конечно, понравится. Но вот эти вот перевороты, это я вам скажу, вау. Мне нужно 5 минут покоя. Немножечко. Мне все очень нравится. Там, конечно, где Саша катался, более такой экстремальный аттракцион для тех, кто постарше. Но и малышам тоже, знаете, замечательно на такой классической, красивой карусели. Здесь огромное количество аттракционов. Это не единственный, на котором мы сегодня еще покатаемся. Мы на себе испробуем и игровые автоматы, и еще во вкусном кафе покушаем, позавтракаем.